К другим темам. Расчет по факту. Энергетики Самары переходят на новые правила работы с клиентами. В нюансах начисления квитанции за электричество разбирался Николай Козлов. Экспериментальные счета за электричество получила в сентябре половина абонентов Самара-Горэнергосбыта, около 210 тысяч собственников жилья. Счета были сформированы в соответствии с действующим законодательством на основании переданных гарантирующему поставщику в период с 15 по 25 число расчетного месяца показаний приборов учета. Абонентам, которые не подали показания, энергетики выставили счета со среднемесячным объемом потребления коммунального ресурса, либо по нормативам потребления. При этом энергетики напоминают, счет является информационным документом. Если потребитель не согласен с цифрами в нем, волноваться не стоит. Необходимо просто произвести сверку. Для сверки расчетов показания прибора учета можно передавать любым удобным способом. Например, отвести отрывную часть квитанции в офис гарантирующего поставщика. Но есть способы лучше. Многоканальный телефон, личный кабинет, e-mail. Можно просто отправить смс, в котором через пробел указать номер расчетного счета, номер прибора учета и его текущие показания. Остается напомнить, что по закону передавать показания необходимо с 15 по 25 число расчетного месяца. Оплатить за электричество до 10 числа следующего за расчетным месяцем. Николай Козлов, Егор Майоров, Новости губернии.